Я Ева, мне 14 лет, и я из Волгограда. Я люблю заниматься спортом, мне нравится рисовать, учусь в 8 классе. Здорово. А у тебя это уже не первый семинар? Да, это мой второй семинар. На первом семинаре, я вот сравниваю, мне было, наверное, все-таки тяжело, чем на втором. То есть сейчас мне очень легко. Не знаю, в чем это выражается, но мне гораздо легче, чем в первый раз на семинар. Мария была. А что после первого семинара? Вот ты посетила первый семинар, и что в твоей жизни изменилось после этого? Много, наверное, чего. Я, наверное, стала по-другому мыслить как-то. Наверное, питаться по-другому стала очень сильно. Спортом занимаюсь. Молодец. Ну, как-то что-то вот поменялось у меня после семинара. А вот на этом семинаре расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось, что тебе больше всего задело, может, ты что-то для себя поняла такое ценное? Мне на этом семинаре больше всего понравилось готовить. То есть я, может быть, когда-то и там с бабушкой на кухне что-то готовила, но никогда не думала, что вот это прямо, уф, все, это мое все. Готовить, я люблю готовить. А здесь, ну, прям как бы, то есть очень понравилось готовить. Открыла себе новые Да, таланты. я открыла себе что-то новое, что я умею готовить. Я хоть кухню дома не спалю. Мне понравилось гулять. То есть длительные прогулки это вот как такое восстановление. Допустим, если очень долго где-то сидеть там или за компьютером работать, потом вот если погулять в лесу, то это какое-то восстановление такое. Здесь и приходилось и работать, что-то Да, делать. У нас конечно, как без этого. все трудятся на Все, семинаре. да. Как-то это все. Мы мыли машину. 4 машины. И последняя машина нам шоколадкой потом обошлась. Нам дали шоколадку. Да, Маша? Да. Ну, вы еще и тут как взрослые, да, совсем и относятся к вам. Как взрослым у вас и Да, взрослые всем равно. То обязанности. есть, как бы, и мы тоже выполняем все обязанности, которые выполняют взрослые. Как тебе это нравится? Да. Чувствовать себя? Да. Вот когда все наравне, то есть легко ощущать себя в обществе. Но это лучше, чем когда ты приходишь в общество, и тебе говорят, вот ты маленькая, там, иди сядь, там, пересядь. Но это чувствуется здесь? Ты Да. чувствуешь себя по-другому? Да, конечно. Но здесь вообще по-другому чувствуется, то есть как бы... Что еще тебе понравилось? У нас просто разносторонняя программа, и баня, и Мне практики. понравилось вообще все. То есть, как бы, не могу сказать, что мне прям по отдельности что-то очень сильно понравилось. Мне все понравилось. То есть, каждый кусочек, ну, часть какой-либо программы задела меня в плане эмоционально. То есть, мне было весело, мне было комфортно, спокойно. Мне понравилось. Все понравилось. Может быть, ты посоветуешь что-то другим людям, которые хотят тоже приехать? Может быть, с детками хотят приехать, но пока не решились. Скажи свой опыт, совет, дай совет какой-то. Главное не бояться чего-то сделать. То есть, если у меня есть такое, что если я чего-то не сделала, я потом очень сильно жалею об этом, что я чего-то не сделала. Допустим, раньше не сходила туда-то. Или вовремя не сделала то-то, а потом мне нужно будет переделать это, допустим, в 2 раза больше. Вот главное не бояться, быть уверенным, идти вперед.